Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня у нас очередной обзор наших пустышек за месяц. Уже прошел июль, и с вами Лилия Донскова. Итак, у нас получилось за один месяц израсходовать 25 баночек и коробочек. В баллах это получилось 321 по текущему каталогу. Естественно, мы не можем вспомнить, за какую стоимость мы покупали что-то в том или ином каталоге, поэтому считаем примерную стоимость. Конечно же, мы всегда стараемся брать все со скидками, но не всегда совпадает с каталогом. Так, по ценам каталога это получилось 17 777 рублей, а со скидкой, то есть по дистрибьюторской цене, 14 221 рубль. Получилась экономия примерно 3500. Очень даже здорово. Я люблю экономить деньги, и мои клиенты тоже любят их экономить. Сейчас буду рассказывать, что мы использовали за этот месяц. У нас освободилось две коробочки wellness pack. Один мужской, это Миша, съел свою порцию витаминок, и одну мы с дочкой. Вторую коробку мы не успели использовать. Это говорит о том, что мы нерегулярно пили витамины. Или я, или Лера. Однозначно кто-то из нас филонил. Вот, ну на самом деле лучше пить витамины регулярно, потому что они не накапливаются в организме, а витамины нужны нам постоянно, то есть каждый день. Не может такого быть, что вот вы съели, например, 16 килограмм апельсинов, получили необходимую дозу витамина С, а завтра вам не нужно есть эти 16 килограмм апельсинов. Нет, и завтра нужно будет, и послезавтра. Поэтому пьем витамины, потому что столько, сколько нужно организму витаминов, микроэлементов и так далее, из еды получить ну просто нереально. Мы не можем просто столько есть всего, и при том, что хорошего качества продукта не так-то просто добыть. Так, дальше, это Миша тоже. Миша у нас вообще молодец, он сейчас проходил курс для волос, пропил wellness нутрикомплекс, который целевой для волос и ногтей, потому что у Миши тоже длинные волосы, а за длинными волосами уход совершенно другой, он сильно отличается от коротких волос. И вот он сейчас прошел этот курс, потом я буду проходить чуть попозже. Сейчас как раз подкупим витаминки такие, они в текущем каталоге идут со скидкой по хорошей цене. Две коробочки я уже взяла, а потом еще две, потому что я курс обычно делаю 4 упаковки, чтобы было более эффективно. И вот два раза в год я делаю такой курс для волос. Так, далее, это гель для интимной гигиены. Очень классный гель, именно вот мне понравился голубой. Я пробовала розовый, и я сейчас открыла зелененький, то есть я решила все перепробовать, они мне все очень нравятся, действительно классно сделали обновление, они такие хорошие, концентрированные, прекрасно справляются со всеми задачами, то есть, как говорят, ожидания и реальность совпадают. Вот, мне очень нравится такой гель. Ну и на мой взгляд, он чем хорош, во-первых, удобно то, что он с дозатором, то, что здесь 300 миллилитров нам очень надолго хватает, потому что вот одной капли достаточно для того, чтобы все сделать хорошо. Вот, дальше. Так, это шампунь для волос с ромашкой и авокадо. Обалденный шампунь. И если у вас волосы склонны к сухости, или вот как у меня они окрашенные, немножко, да, осветленные, то это идеальный вариант. И мне нравится, что здесь он два в одном. И когда моешь, уже волосы кондиционируются, то есть уже получают уход. Но все равно после того, как я смываю шампунь, я все равно пользуюсь бальзамом или маской, потому что мне недостаточно вот этого кондиционирования, которое в этом шампуне. Но опять же, это из-за того, что мои волосы сейчас достаточно сухие. Шампунь классный, при том, что это гигантский объем, 500 миллилитров, и я всегда повторяю, когда идет со скидкой такие объемы, я всегда беру и в запас, потому что ну, удобно и экономично получается. Так, это, о, это такая прелесть, гель для душа с ананасом и маракуйя. Это что-то из ряда фантастики, вот настолько вкусный гель, такой густой, от него такая
пена ароматная, он ну просто нереально классный. И честно говоря, так жалко было, когда он заканчивался, хотя хватило его очень надолго. Вы знаете, если раньше я открывала сразу все гели, какие вот приходили новые, какие я люблю, и у нас порой было открыто 6-7, минимум 5 разных гелей или кремов для душа, и я всеми по очереди пользовалась, и было непонятно, надолго хватает или нет. Сейчас же я делаю по-другому, я все открытые спрятала на полочку и ставлю на ванную один гель, чтобы мы все только им пользовались. И вот сейчас очень заметно, как надолго хватает продукции. Действительно, это такой маленький флакончик, здесь всего 250 миллилитров, но он настолько концентрированный, его так мало нужно, то что нам хватило его очень надолго. Ну, примерно, не знаю, но знаю, что долго не кончался, не кончался. Мне кажется, уже 2 обзора пустых баночек прошло. Вот как только он вышел, летом он появился у нас, наверное, в начале лета, ну вот только закончился. Так, далее еще один закончился гель для душа, это мой любимый гель, серия Feel Good, и вот из этой серии мне нравится особенно сливовый и с красным апельсином. Это что-то невероятное, я про это сейчас говорю, и у меня прям слюнки текут, потому что это такая вкуснятина. А чем этот гель выделяется из других гелей компании Oriflame? То что он в составе содержит натуральные эфирные масла, поэтому аромат очень стойкий, он такой приятный, кожа мягкая-мягкая после этого геля. Если сравнивать по консистенции, например, вот с предыдущим гелем, то этот намного гуще, этот жиже, потому что натуральные эфирные масла, они немножко разжижают консистенцию, но несмотря на то, что он жиже, его просто нужно еще меньше, то есть там буквально прям вот совсем чуть-чуть, и как пахнет даже через крышечку, и он очень хорошо пенится, чудесно купает, и кожа при этом такая мягкая-мягкая. Это моя любовь, я всем рекомендую. Вы знаете, я их очень много раздарила, многим людям я просто говорю, возьми, это просто чудо. Здесь, кстати, 200 миллилитров, если смотреть по объемам, то он поменьше, чем этот, а выглядит, кстати, таким пузатеньким и большим, да, но здесь меньше объем. Чудесный гель, если вы его никогда не пробовали, то прям вот берите с удовольствием. У меня есть, кстати, аромат из этой же серии, тоже вот сливовый, он просто крутой, я все лето им пользовалась, ну не им одним, но периодически то одним, то другим. У меня где-то 3-4 аромата на лето, которые я вот просто обожаю, они такие освежающие, позитивные, и вот и этот тоже один из лучших, хотя он такой легкий, не такой уж стойкий, но он просто классный, очень классный. Так, дальше, сухой шампунь для волос, серия Hair X. Я обожаю сухие шампуни, конечно, я ими не так часто пользуюсь, потому что это как палочка-выручалочка, вот просто чтобы если вдруг экстренно нужно привести волосы в порядок, или вы знаете, вот вроде бы смотришь, да нет, ну все классно, чистые волосы, ну вот чуть-чуть как бы на макушке какая-то вот, нет, не хватает объема, например, да, ну, то есть там на третий день уже нет такой пышности, и тогда я беру флакончик, так, все это хорошенько-хорошенько нужно встряхнуть, и нужно распределить на прикорневую зону, но не вплотную нужно держать флакон, а примерно 20 сантиметров расстояние. То есть мы распыляем, потом взбиваем волосы пальчиками, руки должны быть чистые, не надо их мазать кремом перед тем, как трогать волосы, и потом расчесываем расческой, гребнем желательно, и еще раз нужно взбить, и получается эффект, как будто волосы стали чище, намного чище, то есть выглядит как будто, ну я не могу сказать, что прям только помыли, но однозначно весь день еще можно ходить с распущенными волосами, они будут выглядеть очень опрятно, свежо, и при этом очень вкусно пахнет. Вот у нас еще есть такой же сухой шампунь зеленый, его аромат мне не нравится, хотя мне кажется, он эффективнее, он именно для жирных волос, он эффективнее, то есть более делает такую чистоту, создает. А сиреневый, он для тонких волос, чтобы придать объем. Вот, и он очень вкусно пахнет,
Очень. То есть от волос такой аромат прям, ну, супер шикарный. Так, это сюда поставим. Так, дальше. Что-то здесь еще. Жидкое мыло закончилось, тоже, по-моему, маракуйя. А что здесь еще? Не написано. А, женьшень и маракуйя, вот. Ой, очень крутое мыло, очень густое, слишком даже густое, потому что прям такая капля огромная, мне бы половинки хватало вполне помыть руки. Долго служит. У меня, кстати, сейчас точно такой же еще стоит в ванной, уже там на треть он использован, потому что в разных два санузла, поэтому два жидких мыла открыты, еще одно на кухне. Вот вы говорите, почему так, да, много продукции, потому что, ну, много мест, где надо поставить такие, например, вот флакончики. Очень люблю, чтобы мыло было жидким, то есть с дозатором. Не люблю эти кусочки, хотя я ими тоже пользуюсь, я обожаю мыло Oriflame, но все-таки, если будет выбор взять кусочек мыла или жидкое мыло, конечно, я выберу жидкое, мне очень нравится. Вы любите жидкие мыла? Надеюсь, да. Так, дальше. Скраб для ног, тоже с манго. Скраб с манго. Шикарный скраб. У меня, кстати, летом скрабы идут просто на ура, потому что, ну, больше идет на ноги нагрузки, ноги открыты. Бывает, что и босиком по травке можно побегать. Вот, поэтому у меня расход скраба сейчас очень большой, и это нормально. Да, ножки должны быть чистыми и красивыми. Чем мне нравятся скрабы? Даже если пользоваться ими каждый день, через день, два раза в день, три раза в день, ноги не сохнут. То есть он хорошо не царапучий, наши скрабы вообще не царапучий. Я просто пробовала скрабы в других, вот, покупала компаниях или мне присылали на обзоры. Некоторые были настолько вот какие-то вот грубые, что мне это не нравилось. Ну, просто моя кожа не любит такие вот сильные трения, а эти очень мягкие, при этом очень эффективный. Как я пользуюсь скрабом? Или просто на руку и натираю рукой подошву и между пальчиками, или я прям на пилочку наношу капельку, да, ну, то есть небольшое количество, и прямо вот этой пилочкой пемзы я сразу со скрабом прохожу всю подошву ступней и пальчики. Эффективнее, конечно, с пилкой. Очень круто. Может быть, кому-то будет полезна такая рекомендация. Пробуйте. Так, это не маленький крем, просто его разрезала. Крем с облепихой, моя любовь, я его просто обожаю. У меня, кстати, сейчас на столе на рабочем стоит точно такой же, уже новый. Этот закончился, я сразу достала другой. Но вот крем с облепихой купить сейчас, мне кажется, достаточно проблематично. Он очень редко появляется или в каталогах, или в спецпредложениях, поэтому когда он был последний раз по акции, тоже по 99 рублей, по-моему, я их взяла сразу 5 штук и благополучно себе их припрятала, потому что я обожаю этот аромат облепихи, мне он так нравится, он не навязчивый, он не надоедает. Крем по консистенции супер. Если вы пробовали из этой же серии крема с кокосом, с алоэ, с авокадо, вот эта линейка вся, она по консистенции вся похожа, отличается по аромату. Мне нравится облепиха, супер просто. Он не очень густой, этот крем хорошо питает, абсолютно никакой липкости не остается после него, и даже несмотря на то, что он такой жиденький, как лосьончик, при этом питание получает кожа классное, просто замечательное. Так, масочка попалась с какао, маска с какао, питание, увлажнение. Мы с дочкой напополам ее использовали, потому что маску я, наверное, саму выкинула. А нет, не выкинула. Маска вот в таком футлярчике, как вареница продают, мед, джем, сливки, вот в таких вот тарах. Мне очень нравится такой формат, и сама маска нам понравилась. Мы не первый раз пользуемся, хотя я получала и не очень хороший отзыв, но у девушки чувствительная все-таки кожа, потому что ей некоторые продукты не подходят. Нам же идеально подходит эта маска, она и пахнет вкусной, кожа после нее очень-очень напитанная, мягкая и красивая. Поэтому, ну, конечно, такая маска — это еще и чудесный подарок. Вот представьте, да, вам, ну, как сувенирчик так, ой, возьми попробуй. Я вот клиентам такие масочки тоже дарю, кто делает большие заказы, я им заказываю, складываю такие маски, я их
закупаю, когда они по акции, сразу по несколько штучек и раздариваю. Я вообще любитель дарить подарки. Так, закончилось очередное средство. Это мой любимчик. Его я выбираю всегда из всех средств, которые я пробовала, и в Oriflame, и не в Oriflame, еще какие-то. Это лучшее средство, двухфазное средство для снятия водостойкого макияжа. Я не пользуюсь водостойкой косметикой, но несмотря ни на что, именно это средство идеально убирает макияж чисто до конца, и при этом мне нравится, что оно жирненькое, то есть с маслами, маслянистое такое. И когда я стираю макияж, потом смываю водой, я прям чувствую, что уже здесь вот мягенько так хорошо. Для меня это лучшее средство. Я знаю, что оно тоже не всем подходит, но вот я его люблю. И, кстати, у меня есть клиентка, вернее, появилась клиентка благодаря этому средству. Я приношу каталог в одну организацию постоянно, и вот одна девушка не врала никогда ничего, а однажды она мне такая говорит: а у тебя есть что-нибудь, чтобы стойкую помаду стереть? Я говорю: могу порекомендовать такое средство. Она заказала, попробовала, теперь вот она уже второй год или два даже года, она постоянно, через каждые два месяца ей приношу новый флакончик. То есть она мало пользуется косметикой, но она наносит какую-то стойкую помаду, я не знаю, что в ней, но она ничем у нее не стирается, только этим средством. То есть ей нравится помада, и она любит теперь наше новое средство. И, кстати, благодаря этому она стала у меня еще заказывать другие продукты. Тени для век заказывала, аромат, тушь, ну немного, но хотя бы уже что-то начинается, как бы, ну, заказы появились, а раньше их вообще не было. Так, дальше, это маска скраб, алоэ и кокос. Удивительная маска, она может использоваться и как маска, и как скраб, как вы больше любите. Чем она мне нравится? Она хорошо увлажняет и при этом хорошо очищает. Это супер вообще вот сочетание, потому что хочется сразу, и чтобы поры были чистенькие, чтобы убрать излишки, да, вот эти вот блеска, жира, и чтобы мягкость появилась. Особенно это важно для людей, у кого кожа склонна к сухости или антивозрастная уже кожа, как у меня. Поэтому вот эта масочка мне очень нравится. Хотя, в принципе, я люблю маски от Oriflame, они какие-то все невероятные. У меня нет такой маски, про которую я бы сказала: нет, это мне не нравится. Единственная маска, которая у меня была очень долго, я ее плохо так использовала, очень редко, маска с ягодами, которая в банке. Но это не потому, что маска плохая, это потому, что я не люблю вот этот процесс открывания банки, доставания маски оттуда, нанести. Вот мне не нравится процесс. Не знаю почему, вот у меня было как-то просто масок сразу много открыто, и я когда стою, например, и выбираю, так, сегодня я хочу, я бы сделала эту, но рядом стоит маска в тюбике, которую удобнее взять, и я выберу маску в тюбике. Так, дальше. Моя любимая краска для волос, оттенок Oriflame 9.0, ой, оттенок, краска от Oriflame, оттенок 9.0. У меня на волосах, мне кажется, она немного другая, чем на модели на коробочке, но мне краска очень нравится, я даже хотела перейти недавно на другой цвет. Я подумала, у меня холодный цвет кожи, холодный цвет глаз, серо-голубые, и мне, наверное, будет очень круто пепельный какой-нибудь оттенок волос. Хорошо, что я не стала покупать заранее краску, у меня пришла идея померить парики. Я пошла в отдел, где продают парички, померила несколько вариантов. Это ужас, просто тихий ужас. Поэтому если вы решили что-то поменять в себе, то сначала лучше примерите, если есть такая возможность. Ну, раз говорим про волосы, давайте еще расскажу вот про масло серии Элио. У меня здесь укрепляющее закончилось, такой зеленый флакон. Масла я обожаю все. Если меня спросить, какое лучше, я не скажу. Я говорю, лучше их чередовать, то одно, то другое. Сейчас я открыла ночное, очень нравится, оно самое вкусное по аромату. А так, конечно, масла все очень классные, они ухаживают, устанавливают волосы, вот такой эффект получается, то есть гладкие, прямые, послушные, рассыпчатые, то есть очень классные волосы и пышные, при том, что главное не переборщить маслом. Так, для волос еще закончилась масочка, один пакетик, я набрала таких пакетиков много,
ну не пользуюсь часто, экономлю. Больше всего нравится маска с манго, как раз вчера я ее делала, но беру также и авокадо, и банановый для того, чтобы чередовать. Очень, кстати, удобно то, что маски в пакетиках, и можно выбрать действительно то одну, то другую. Самое лучшее для меня с манго, потому что она для окрашенных волос, то есть, наверное, вот от нее воздействие самое такое вот сильное. А для меня она похожа с маской, которую вкладывают в краску для волос, то есть настолько она классно волосы питает, разглаживает, они такие блестящие, ну просто супер. Так, далее, делали мы салон красоты. В один день я проснулась и поняла, что я себе не нравлюсь, у меня прям мешки под глазами, какая-то серая кожа, какая-то, вот знаете, вот просто как будто солнышко вот выключили внутри, и я такая: караул. Ну я думаю, окей, тогда значит буду себя баловать. Сделала тканевую маску, супер маска на Veg, просто реально она крутая. И я даже, знаете, как ее делаю: сначала на лицо 15 минут, а потом вот сюда на шею, потому что вот эта кожа шеи, она так быстро стареет, наверное, быстрее даже, чем вот зона вокруг глаз, то есть за ней надо тоже тщательно ухаживать. Потом я сделала себе патчи, кстати, делала все в инсте, показывала, Миша делал маску пленку, мы все это снимали на камеру, так было прикольно. Патчи работают супер, мешки ушли сразу, просто кожа разгладилась, и я как будто бы раз и включилась. Вот мне это очень понравилось. Иногда нужно себя, конечно, баловать по полной, ну чтобы эффект был еще лучше. Сыворотка для лица и коллаген, мой любимый коллаген, это мой самый любимый комплекс из всех уходов Oriflame, потому что вот он мне всем нравится, мне нравится консистенция кремов, мне нравится цена, то есть да, он не самый дорогой и не самый дешевый, и мне нравится эффект. Вот реально кожа выглядит хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Мне нравится состояние кожи, конечно, хочется выглядеть еще лучше, еще моложе, но нужно понимать, что как бы, ну, возраст он свое берет, это нормально. И я всегда говорю: не страшно стареть, если вы стареете красиво, то это может быть даже просто восхитительно. Ну, о старости пока я не думаю, вот, но все равно какие-то изменения происходят в коже, и главное помогать коже, поддерживать ее изнутри. Это работа витаминок, изнутри красота, снаружи это работа комплексного ухода. И комплексный уход нужно брать целиком. Вы не решите проблему или задачу, как угодно это назовите, если вы возьмете один крем и скажете: о, я купила себе самый дорогой крем, все, сейчас у меня все морщины уйдут. Нет, именно комплексный уход усиливает воздействие всех компонентов в 7 раз. Считайте, что выгоднее: один крем взять или куча. Кстати, вот я использовала еще крем Королевский бархат для глаз, просто было интересно. Я уже несколько лет пользуюсь коллагеном или Ultimate Lift, и мне стало любопытно попробовать, ну, что-то из более доступной ценовой категории. Но я могу сказать, что удивил крем. Если сначала у меня к нему были какие-то придирки, претензии, и я как бы была им недовольна, и я, знаете, что сделала? Я достала новый крем и коллаген и стала на левый глаз делать, ну, на коже вокруг глаз этот крем, а на коже вокруг глаз с правой стороны Королевский бархат. И я не увидела, чтобы там: о, вау, там этот просто в пролете, да, полный провал. Нет, все классно, и этот классный, и этот классный. Чем он отличается от других кремов? Вот все крема серии Novage, они более легкие и легко наносится, то есть у них форма лосьончиков, таких жиденьких кремов. Этот же очень густой, то есть его вот так просто не намажешь, его надо вбивать, обязательно вбивать, хотя все их надо вбивать, но если это более легко будет скользить, то этот надо постараться вбить. Все это отличие, поэтому крем суперский, можете смело его рекомендовать, он работает и выполняет все, что мы от него ждем, он все сделает. Тональная основа, кстати, сейчас последнюю каплю выдавила на себя. Как я люблю этот тон, это Aqua Boost серия The One, легкий, невесомый, поры не забивает, при этом оттенок супер потрясающий, у меня 33-157 Nude Pink, очень красивый цвет, живой такой. Лицо, вот я всегда крашу одну сначала половинку и смотрю на себя,
Какая разница, лицо сразу на 10 лет моложе. Вот так работают тональные основы. Если вам клиент говорит: ой, я тоном не пользуюсь, вот просто возьмите и покажите ей мастер-класс. Просто, либо если она отказывается сама принимать участие, сделайте себе фотографию дома, накрасьте одну половинку тоном, одну не трогайте, сфотографируйте, делайте пудру, румянчики, все положите, там корректор. Самое простое, не надо усложнять контуринг там, да, и так далее, и так далее. Самое простое, вот тональная основа, пудра, румяна. Ну, если сильные синяки под глазами, то коррекция. И покажите ей фотографию, скажите: посмотри, какая разница. Вот у меня четко разница, прям 10 лет сразу, лицо свеженькое, юное, с подсветочкой, все хорошо. Поэтому тон просто супер. Я в Oriflame все люблю тональную основу, мне не нравится, мне не подходит, скорее всего, только тон в тюбике от Giordani, матовая, матирующая. Мне она как-то пудра, с пудрой, с эффектом пудры, мне она не подходит совершенно. У меня как-то поры видно, как-то мне не нравится, как лежит она. Ну, речь не о ней, а о том, что еще вот три лака использовала до конца. Это, кстати, моя любимая серия из всех лаков, которые я пробовала. В принципе, за всю свою жизнь это лучшие лаки, серия The One, самые простые, не которые потом после пошли еще с дополнением, они тоже классные, но они очень быстро сохнут, то есть не успеваешь прокрасить ноготь, он уже начинает схватываться, и мне это не очень понравилось, и они в тюбиках быстрее сохнут. Эти же идеальные лаки, просто я их обожаю, даже мастера маникюра не могут отличить этот лак от того, как они делают сами покрытие вот гель-лаком. Такой классный эффект. Все, пустая сумочка, вот столько классных банок. Иногда думаешь: ну нереально, неужели столько всего можно использовать за месяц? Все реально, вот использовать, конечно, не за месяц, какие-то продукты 2-3 месяца были, оно же постепенно все используется, что-то быстрее, что-то нет, какие-то продукты могут постоять долго на полке, что-то как-то к ним не тянет, хочется чего-то нового, потом опять к этим возвращаюсь. Вот, вот такой вот ассортимент, наверное, это вам подсказка будет, да, чтобы вы понимали, что каждая семья в большей или меньшей степени расходует столько продукции. Кто-то, ну, намного меньше, да, у кого-то прям ограничит все. Шампунь, гель, никаких масок, ничего, вот, и кусок мыла, чтобы помыться, да, и один крем, и утром, и вечером и мажет. Есть такие люди, я не спорю, но мы все-таки ориентируемся на тех людей, которые хотят улучшений, которые хотят уже больше заботы о себе, научиться тому, чтобы со своим телом работать качественно, чтобы оно дольше прослужило, чтобы кожа выглядела лучше, волосы, ногти, да, вот, ну, просто более ухоженные, красивые люди. И мы, конечно, учимся вдохновлять людей на то, чтобы они хотели для себя вот этой красоты. Спасибо вам за внимание. Как обычно, я вам очень благодарна. Если видео полезное, ставьте лайк. Если что-то хотите спросить, спрашивайте прямо в комментариях. С удовольствием всегда с вами общаюсь. И если есть какие-то вопросы, свои какие-то отзывы, тоже просто приветствую их на ура. Спасибо всем. До новой встречи. Пока-пока.